Брифінг начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Доброго вечора, дорогі земляки. Давайте кратко подведем итоги сегодняшнего дня и уходящей недели. Главное – это ситуация на фронте. На нашем направлении она стала более напряженной. Орки в разы усилили вогневый вплыв. Количество обстрелов мирных населенных пунктов Херсонской области, находящихся на линии соприкосновения, несколько сел уже фактически артой авиации стерли с лица земли. Тяжело приходится и тем громадам Криворожского района нашей области, которые находятся ближе к линии фронта. Об этом расскажу позднее. Но обстановка находится под полным контролем вооруженных сил Украины на всей более чем 100-километровой линии нашего фронта. Я на этой неделе много работал с военными на нуле и в очередной раз убедился, что боевой дух всех наших частей и подразделений очень высокий. Настрой в войсках не просто вести оборону, а гнать оккупантов с нашей земли. Это подтверждается и реальными успехами. По официальным данным Минобороны Украины и оперативного командования «Південь», я даю только официальные данные, в результате успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага на нашем направлении оставила, с боем, но оставила подготовленные оборонные позиции, отступила в район населенного пункта Ольгина, Береславского района Херсонской области. Также на севере Херсонщины, это наш напрямок, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл наших войск, но получила мощный огневой отпор, понесла потери и вынуждена была отступить. Также наша авиация на некоторых участках нанесла результативные удары по скоплениям оккупационных войск. Сегодня, как сообщила Минобороны, а значит и я это могу сказать уже официально, при поддержке авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино. Это на Херсонщине в направлении Зеленодольска. Успеха не добился и отступил. Я не могу говорить всю информацию, но есть и другие успехи, реальные успехи. Наши войска делают все возможное, чтобы шаг за шагом освобождать Херсонщину от орков. Враг несет значительные потери в живой силе и технике. Низкий поклон всем солдатам и офицерам вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, теробороны, кто с честью выполняет свой долг. При этом противник продолжает вести тактику выжженной земли и в разы усилил обстрелы, как я уже говорил, вдоль всей линии соприкосновения, всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, и также зафиксированы случаи применения врагом боевой авиации. При этом враг продолжает применять оружие, запрещенное всеми международными конвенциями, это кассетные и фосфорные боеприпасы. Под удары попадают как мирные населенные пункты на фронтовой части, на освобожденной части Херсонской области, так и Криворожского района. В течение недели орки били по Зеленодольской, Широковской, Апостоловской и Гречаноподовской громадам Криворожского района. Оккупанты бьют по совершенно мирным домам, школам, сознательно разрушают инфраструктуру. К сожалению, есть и раненые мирные люди. Кроме этого, враг обстрелами сознательно поджигает лес и засеянные поля. Ну, просто зажигательными боеприпасами стреляет в поле. Сегодня орки трижды обстреляли из градов и ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. В Зеленодольске 3 человека получили ранения, но все легкие, от госпитализации отказались. Им была оказана, конечно, вся необходимая медицинская помощь. Повреждено несколько многоэтажек, дом культуры, ДЮС США и здание почты. То есть опять совершенно мирные объекты. Все это реально по всем законам военное преступление. Я уверен, норки обязательно понесут за них неотвратимое наказание. Также на линии соприкосновения были обстреляны районы населенных пунктов в районах Высокоровки, Трудолюбовки, Добрянки и других. Также сегодня на кассетном боеприпасе подорвался мужчина 1969 года рождения в селе Заградовка Кочубеевской громады. Состояние средней тяжести, эвакуирован в одну из больниц Кривого Рога. Уважаемые земляки, хотел еще на одном вопросе особо остановить внимание. Меня тут продолжают засыпать вопросами, а особо желающие хайпануть и получить лайки в соцсетях неосторожно выкладывают информацию,
по поводу того, что мы иногда видим в нашем небе. Так я вам задам вопрос. Вам что важнее? Поговорить? Дешевые лайки? Дешевый хай? Или реальная безопасность? Для меня важно город сохранить и реальная безопасность жителей. И излишнюю информацию, особенно о работе наших ПВО, я точно давать не буду. И буду пресекать желающих создать себе сомнительную популярность, ставя под угрозу безопасность нашего города. Главной ценностью является город и люди, а не рейтинги, там какие-то лайки и прочие глупости, которые надо забыть до конца войны. Подумайте над тем, что я только что сказал. В свою очередь, Кривой Рог продолжает оказывать всю возможную помощь всем прифронтовым громадам на нашем направлении. Помогаем с эвакуацией, с восстановлением инфраструктуры, со стройматериалами, продуктами питания, медикаментами и многим другим. Мы один народ, и сейчас работаем действительно как одна большая команда. Ситуация в самом Кривом Роге находится под полным контролем военной администрации ВСУ. Все органы власти четко выполняют свои функции. Сводные наряды Нацгвардии и полиции обеспечивают усиленное патрулирование города. Обеспечена работа всей критически важной инфраструктуры, экстренных служб и городского транспорта. Спасибо всем, кто каждый на своем месте четко выполняет свою работу. Мы продолжаем вместе с военными укреплять линии обороны города на всех направлениях. Уже проведена реально титаническая работа. Это тысячи километров траншей, противотанковых рвов, сотни блиндажей, ВОПов и очень многое другое. На этой неделе мы закупили и направили на эту работу дополнительно еще несколько единиц очень серьезной техники. Военная администрация города продолжает оказывать серьезную помощь нашим частям и в материально-техническом обеспечении от автомобилей, квадрокоптеров, ночных прицелов до формы и стройматериалов. Также продолжаем вести очень большую работу по пополнению стратегического запаса города по продуктам и медикаментам. Еще из хороших новостей. С завтрашнего дня постепенно возвращаем автобусы на городские маршруты. Часть наших городских автобусов с начала войны была задействована для помощи военным и для эвакуации беженцев. Понятно, что они там были точно нужнее. Сейчас мы за частные деньги уже закупили для военных более 360 единиц автотехники, включая полноприводные грузовики, которые можно использовать как пассажирские. Это позволило вернуть значительную часть автобусов на маршруты. С понедельника возобновляем работу маршрут номер 4 Заречного до РОВ номер 1 на Севгоке. Добавляются автобусы на маршруты номер 244 и номер 302. А с 1 июля возобновляют работы маршруту 228 и 228А. Это самые длинные, от площади Освобождения до Даманского и РОВ-1. Но, если будут необходимы автобусы для военных целей, я их точно опять, не задумываясь, сниму с маршрутов. И это надо понимать. При этом весь городской коммунальный транспорт в Кривом Роге мы по-прежнему сохраняем для всех абсолютно бесплатным. Кривой Рог продолжает принимать беженцев. С начала войны наш город стал новым домом для более чем 65 тысяч беженцев из 15 областей Украины. Только официально зарегистрированных переселенцев у нас 50 тысяч. Только из Херсонской области к нам прибыло 30 тысяч людей. Это жители 79 населенных пунктов Херсонщины. Мы также продолжаем оказывать всем, кто в этом нуждается, необходимую помощь. И медицинскую, и продуктовые наборы, и кормим бесплатно. Вот все, что надо, то и делаем. Для тех, кто хочет следовать далее, продолжают стабильно отправляться эвакуационные вагоны. Все желающие могут ими воспользоваться. Никаких проблем и очередей нет. На этой неделе много было мирных побед, которые принесли Кривому Рогу наши спортсмены. Сегодняшний день также не стал исключением на хорошие новости. Наша гимнастка Мария Ежеменская из ТЮСШ номер 10 завоевала первое место на чемпионате в Люксембурге. В Германии на чемпионате по плаванию наш пловец из ТЮСШ номер 2 Артем Чеботарь завоевал первое место в составе эстафетной команды. А в Польше спортсмен из ТЮСШ номер 5 Никита Кожуховский занял первое место на турнире по боксу. Поздравляю спортсменов, тренеров и родителей. Дорогие земляки, так заканчивается эта неделя, на которой начался уже пятый месяц полномасштабной войны.
Мы выстояли уже 4 месяца и показали всему миру, что умеем не только обороняться, но и побеждать врага. Главное – это дух. Потому что у нас народная война. И мы все вместе работаем на победу. Спасибо всем вам, дорогие земляки, кто каждый на своем месте приближает ее. Нас не сломить и нас не запугать. Уверен на 100%, что все вместе мы еще обязательно завоюем и будем все вместе отмечать День Победы уже нашего поколения. По-прежнему прошу сохранять спокойствие, выдержку, доверять только официальным источникам информации, строго соблюдать все правила военного положения и верить в наши вооруженные силы. Скучной вам ночи, дорогие земляки! Слава Кривбасу и слава Украине!